Итак, сегодня мы прибыли в город Грозный. Сегодня День Победы. И мы остановились в шикарном отеле, который называется тоже Грозный. Это лучший отель города Грозный. Отель Сити Грозный так и называется. И давайте посмотрим, что у нас тут. Так, это ванная комната. Здесь есть все причиндалы и бритвенный набор. И зубная щетка, паста, ну, в общем, все необходимое. Фены, зеркала, телефоны. В общем, все очень здорово, все очень классно. Это шкаф, холодильник, сейф. Здесь все для чая и чайника, чистая водичка, все необходимое. Вот такая красивая картина. Вот, все освещено, а это моя шикарная кровать, на которую я скоро упаду. О, как мне хочется этого. Здорово, такие королевские покои. Вот тут все в зеркалах. Это я. Вот она я. А как же мне себя увидеть? Ла-пам-пам. О, кстати, там играет. Это мусульманская музыка. Молитва не играет, а это молитва. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот, это вид с окна. Обалденно. Река. В общем, действительно, как Дубай. А это мечеть. Я нахожусь на 12 этаже. Просто супер. Слава тебе, великий Господь. И спасибо за этот праздник, потому что сегодня сбылась мечта. Приехали в этот удивительный, красивейший город Грозный. Здесь очень приветливые, доброжелательные, интеллигентные люди, очень законопослушные, в большинстве своем верующие. Здесь нет детских домов, здесь нет домов престарелых. Здесь люди стараются действительно жить по Божьим заповедям, так как их учит Коран. Очень много верующих людей. Знаете, было очень приятно общаться, было очень приятно наблюдать, насколько эти люди были гостеприимны. Нам даже позволили сфотографироваться и на военной технике, и с военными, даже с ружьем фотографировался, автомат мне дали настоящий. Ну, в общем, все так было здорово, классно. Господи, спасибо тебе за этот чудесный день. Ой, слава тебе, великий. Супер. Вот в таком сегодня номере в День Победы я поселилась на 12 этаже. Так классно. Здорово, что я стала работать в компании Свисхейли. Это даже не работа, это просто стиль жизни, который дает очень много приятных, познавательных, позитивных эмоций, впечатлений. Класс.